Ребята, всем привет. Вот новость. Посол США в Казахстане не исключил возможность появления в будущем безвизового режима между странами. Нашими имеется в виду. И вот он как пояснил это. Визовая политика в США в основном касается многих агентств правительства США, Госдепа. Мы хотим расширить и облегчить доступ казахстанцев в Америку. И сейчас выдаем визы сроком на 10 лет. Раньше было 5 лет, 10 лет и так далее. Потом посмотрим, как мы сможем расширять это дальше. Я не знаю, как скоро будет безвизовый режим между США и Казахстаном, но я не исключаю, что когда-то это станет возможным. Сейчас поступенчато мы это расширяем, сказал посол во время круглого стола с журналистами в посольстве США. Ну и вот, интересно, а есть ли ценность у этой информации? Вообще-то Назарбаев, когда был последний раз в Америке и встречался с Трампом, он как раз заявил о том, что американцы могут свободно въезжать в Казахстан без всякой визы. И как бы попросил ответной реакции со стороны президента американского, чтобы такой же безвиз был и у нас в Америку. Но пока мы еще не выходим своими личиками. Ну, даже если взять хотя бы тот формат, который сейчас имеется, на 5, на 10 лет мы можем въезжать по определенным визам, по приглашению или еще там по бизнесу своим интересам. Но кто имеет возможность туда выезжать? Ну, будем так говорить, это где-то, наверное, 0,00 какой-то 1% казахстанцев. Это те, у кого есть возможность, но я имею в виду финансовая. Ну, мне кажется, что эта информация больше такого пиарного характера, пиарного пиар. Вообще, если действительно безвиз будет введен для Казахстана, для казахстанцев в США, я так думаю, что северный сосед наш от зависти лопнет. Ну, или там будут некоторые говорить, ну и убирайтесь как бы туда, мы вас особо-то и не держим. Ну, это будет так, как бы, из небольшой зависти. Вообще, если более серьезно говорить про этот безвиз, мне, если честно, ну, есть он, нету. У меня нет возможности ездить в Америку, как и у большинства. Но все равно приятно, если хотя бы об этом говорят, хотя бы в этом направлении идет хоть какая-то работа, и что вот эти ворота в Америку будут для нас свободно открыты, и мы в любой момент можем выехать. Главное, чтобы были возможности финансовые. Ну, я так думаю, что это даст нам? Хотелось бы узнать комментарии со стороны именно подписчиков. Нужен ли нам действительно этот безвиз с Америкой? Что это нам даст? И действительно, этот безвиз будет когда-то действительно воплощен в жизнь. И между нами почти не будет так таковой, как бы, ну, такой жесткой границы. Ну, как-то так. В общем, кому понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. В общем, комментируйте. Пока.